11 по 16 декабря в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда. При покупке 1 килограмма меда второй в подарок. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. С 11 по 16 декабря в Доме культуры железнодорожников работает ярмарка башкирского меда «Пасеки Кучаевых». Мед от 250 рублей. Акция. При покупке 1 килограмма меда второй вы получаете в подарок. 3 литра цветочного меда по 1000 рублей. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. В небе ожидается очередное натекание многослойной облачности, местами переходящей в снеговое состояние, а температурный фон вернется в климатическое русло. В Екатеринбурге минус 6, минус 8, в Челябинске минус 9, минус 11, в Тюмени минус 7, минус 9, небольшой снег. В Кургане переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха минус 17, минус 19. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 8, минус 10. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба. 12 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!